сьогодні в програмі «Хламідіоз та вагітність». Готовність дитини до школи – 6 чи 7 років. Як виховати самостійність у дитини? Поради спеціалістів. На перебіг вагітності впливають багато факторів – наявність інфекцій в організмі матері тощо. Серед них – хламідіоз. Хламидиоз – это общее инфекционное заболевание, которое вызывается хламидией трахоматис, так называется этот микроб. Выявлен он давно, лет, наверное, 40-50, может быть, тому назад, вот, но его исследовали раньше меньше. Вот. А потом лабораторное дело пошло вперед, и анализ, в принципе, стал доступен. Хламидиоз небезпечный для всех, тем паче для вагитных. Беременным он опасен, потому что сам по себе микроб он мелкий, и он проходит через маточный плацентарный барьер. И он оказывается у плода. Если у мамы крепкий иммунитет, то как-то может быть этот хламидиоз еще и локализоваться. Но за 9 месяцев случается всякое. Случается простуда, стресс, все что угодно. То есть иммунитет может ослабевать. И тогда появляется хламидия и в маточно-плацентарном кровотоке. Які ж наслідки очікують, якщо в організмі вагітної без перешкод живе інфекція хламідіозу? Страдання плода. І на УЗІ бачимо це все, і по різним другим своїм врачебним симптомам і знакам також це все замічаємо. Тому як не одному живому організму інфекція на пользу не йшла. Що безпосередньо провокує у плода хламідія? Она вызывает болезни бронхолегочной ткани прежде всего, ну и в принципе селится во всех паренхематозных органах. Вот что значит это? И оказывается в любых участках организма. Но чаще всего, конечно, страдают бронхи и легкие. Так как инфекция маточно-плацентарная, значит время как бы идет, срок беременности идет к концу. Неделя там 20-я, 30-я, 35-я и значит, на финальную прямую выходит женщина уже к родам в 40 недель. А ребенок отстает в своем развитии на фоне этого инфекционного страдания. И он не готов к моменту родов быть сильным. Але це ще не всі наслідки. Роди чаще всего преждевременные и низковесным плодом, маловесным плодом. Вот. Конечно, как следствие, эти дети попадают в детскую больницу и лечатся. И первое, что берут детские врачи, микропедиатры, неонатологи наши, это, конечно, анализы вот на хламидии, на цитомегаловирус. Ну, в основном мы касаемся сейчас хламидии. И такой ребенок должен получать, конечно, антибактериальную терапию, потому как у него все симптомы воспалительного процесса налицо. А что ж крошка маленький, конечно, много ли ему надо? Зважаючи на наслідки, не потрібно уникати лікування від хламідіозу під час вагітності. Конечно, лечится, особенно если есть свежие генерализованные антитела. Мы берем еще анализ крови тогда, кроме разных ПЦР-реакций, мы берем еще иммуноферментный анализ, иммуноглобулины М, А и Ж. И чем моложе антитела, значит, это свежие на живую бактерию хламидию выработанные антитела, значит, это генерализация процесса и у матери, и оно есть у плода. Поэтому, конечно, во время беременности проходит женщины лечение, и это даже лучше, может быть, чем лечить новорожденного, особенно недоношенного новорожденного. Хламидиоз – підступна хвороба, тому не потрібно зневажати поради лікарів, здавати аналізи для її виявлення. А признаков может быть никаких, в том-то и коварность вот этих вот сейчас инфекций, что они мало дают проявлений. То есть мы не видим субъективных жалоб, женщина не жалуется, она не может почувствовать того, что чувствует ребенок, а он на сей момент безмолвен. Вот, то есть врач, акушер-гинеколог может заподозрить отставание ребенка. Чаще всего пишет УЗИ, что задержка внутриутробного развития, незрелость плода. Вот, чаще нам пишут, что он претерпевает определенные изменения. Пишет мутность околоплодных вод, предположим, отек плаценты,
Вот. Ну, поведение плода чем-то не понравилось. На все это обращается внимание, естественно. Но женщина этих симптомов почувствовать сама не может, поэтому она не скажет, и нужно объективно оценивать ситуацию. И все-таки убеждать женщину сдавать анализы. Очень часто мы видим в обменных картах: я отказываюсь, и роспись сдавать — торч-инфекции. В торч-инфекции входит хламидия. Ее, как правило, мы предлагаем сдавать еще до предполагаемой беременности, чтобы подготовить свой организм. Мы же не знаем, что у нас. Считается, что в каждом человеческом организме около 5 килограмм разных микробов. Хорошие они или плохие, неважно, микробы. Вот. Важно, чтобы не было вот таких вот болезнетворных, которые могут очень сильно нам навредить. Прислухайтеся до лікарів та будьте здорові! Батьки майбутніх першокласників вже замислюються, в якому віці дитину до школи віддавати – 6 чи 7 років. Абсолютну відповідь вам ніхто не дасть. Це ваше самостійне рішення, але приймаючи його, ви маєте звернути увагу перш за все не на поради, а на свою дитину. По-перше, вона повинна бути здорова і фізично, і психічно. По-друге, повинна бути сформована мотиваційна готовність. Дитина повинна розуміти, що вона хоче до школи, вона знає, що там потрібно навчатися, а не гратися. От коли ця мотиваційна готовність буде сформована, то можна сміло віддавати дитину до школи. Точної відповіді не назвуть ані педагоги, ані психологи. Навіть не можна так і говорити, 6 це буде років чи 7. Тільки індивідуально. Але точно можна сказати, що перш за все у дитини мають бути сформовані навички самообслуговування. Дитина повинна навчитися і зав'язувати шнурки самостійно, і збирати свій портфель, і вмиватися, і вставати рано. Тобто це саме головне, на що потрібно орієнтуватися батькам, віддаваючи дитину до школи. Також ви маєте звернути увагу на розумові здібності майбутнього першокласника. Комунікативні здібності повинні розвинені, розвиток мовлення. Дитина повинна складати оповідання, розповіді навіть з 12-15 речень самостійно. Вміти описувати предмети, явища. Словник повинен бути розвинутий. Тобто це саме перше. Математичні здібності також повинні бути. Вміння рахувати, складати задачі. Тобто знати склад числа. І завдання з грамоти. Звичайно, ми навчаємо дітей таким першим поняттям грамоти. Це поняття звук, слово, речення, розповідь. І дитина повинна вміти робити звуковий аналіз слова. І не останній фактор, звісно, бажання вашої дитини. Як виховати таку бажану самостійність у дитини? Очень многие родители задают этот вопрос, но в первую очередь они должны ответить себе, насколько они сами самостоятельные. Перестаньте заполнять все пространство ребенка. Станьте самостоятельными сами. Пойдите в кино, пойдите на прогулку. Вспомните, какие у вас были хобби до рождения ребенка, и, может быть, время завести какие-то новые хобби. Для ребенка очень важно, чтобы определиться с тем, что ему нравится. И для этого должно быть пространство, в котором не находятся родители, не стоят рядом, не предлагают свои хобби, а прислушиваются, присматриваются, смотрят на реакцию ребенка. Якщо дитина не навчилася змалечку покладатися на свої сили, то виникає набута або вимушена безпорадність. Когда мама с папой приходят на собеседование с ребенком, когда мама с папой рассказывают, куда мы поступаем, и эта фраза «мы», к сожалению, органична и для взрослого, для подростка. То есть это уже вынужденная беспомощность. Ви здивуєтесь, але як у дошкільнят, так і у школярів самостійність формується під час процесу творчості. Рисування, ліпка,
рукоделия, то есть там, где ребенок увидит, что он может. Он увидит результат своих индивидуальных усилий. Самостоятельное навчання – наступний этап. Увы, многие родители, даже в тот период, когда ребенок взрослеет, стоят рядом. Ну и не единичный случай, когда они делают домашнее задание за ребенка. У него нет возможности узнать предел своего незнания, предел своих сил. Что робити? Никогда не делайте за ребенка то, что он может сделать самостоятельно. Полуторагодовалый ребенок может самостоятельно не просто держать ложку, но уже и кушать. Он может начинать собирать свои игрушки. 2-3-летний ребенок может полностью самостоятельно одеваться. Да, в чем-то ему нужна помощь. И здесь как раз родители наблюдают за тем, где наступает предел возможностей ребенка. 7-летний ребенок должен самостоятельно прийти со школы, покушать то, что ему оставили, если он один, и сделать самостоятельно уроки. Да, вы скажете, может быть, в каких-то семьях это фантастика. Но к этому надо стремиться. Головне правило – вчить детей, а не робить за них. Это показать, сделать вместе, дать сделать с подсказкой и дать сделать самому. Этапы – сделать вместе с ним, сделать с подсказкой. Для многих детей эти этапы могут проходить не один, и не два, и не 10 раз. Для этого необходимо набраться сил и терпения самим родителям. Помогите решить задачу, но не решайте за него. Дозвольте дитині помилятися. Как тяжело родителям вытерпеть ошибки детей. И здесь в первую очередь вопрос, почему тяжело самим родителям с этим справиться? Справьтесь, уважаемые родители, и пожелайте ребенку успеха и скажите: «Я всегда рядом, и в следующий раз у тебя точно выйдет». И обережно и с заборонами. Их не должно быть так много в нашей жизни, как употребляют их родители. Нельзя должно возникнуть только в тех случаях, когда ситуация вредит жизни и здоровью ребенка. Хочете зробити дитину самостійною? Зацікавте її. Жизнь ребенка – это игра. И если вы не включились в эту игру, если разлив воду, вы не представили, вы как моряки драете эту палубу, да, каждый день, может быть, это не получится, но тогда при общении к самостоятельности у вас будет в виде запугиваний, наставлений и нотаций. То, чего, я так думаю, не очень к месту в любой семье. Виховуючи дитину, пам'ятайте про те, що всі діти різні. Нет двух одинаковых детей, как и нет двух одинаковых отпечатков пальцев. Поэтому, уважаемые родители, прилагайте максимально усилий, делайте это с любовью к собственному ребенку, и вы всегда найдете выход из любой ситуации.